Ну что ж, дамы и господа, возвращаемся мы на просмотр NVIDIA DOTA 2 Open by RedSquare. Ну и буквально пару слов про спонсор. RedSquare — это новый игрок среди компаний, производящих геймерские девайсы. Это лучшее соотношение цена-качество, которое есть на рынке. А помимо стандартного комплекса, мышки, клавиатуры, наушники и ковры, в ассортименте компании есть и игровые кресла. Поэтому покупайте продукцию RedSquare непосредственно в магазинах NVIDIA. И давайте непосредственно уже переходить ко второй карте противостояния Yellow Submarine против команды Умри с улыбкой. Yellow Submarine отправляют в бан Dark Seer'ов, SSV'да, Storm Spirit'а и Invoker'а, Умри с улыбкой отвечают же им баном Биспа, Шадути, Синкинга, Мартредки и Ускара. Yellow Submarine забирают себе Оракла, Кунку и Ликана. Действительно, вот этот вот пик Ликана очень-очень любопытный. Давненько я не видел этого персонажа, но действительно СНГ-коллективы радуют разнообразием героев, по крайней мере, эти герои все-таки немножко, но отличаются от азиатской сцены, которую я смотрел в последнее время очень много, и это не может не радовать. Ну а Умри с улыбкой забирают себе Траксу вместе с Шадоу Демона, и под это все забирают они себе также и Дизраптора. Ой, Бестмастер, да что ж такое, как же меня начинает плавить на 9-й час стрима, я очень сильно извиняюсь, действительно, я начинаю уже тупо путать названия героев, это очень плохо. Yellow Submarine забирают себе на 4-й пик пака, давайте сейчас немножко проснусь. Возможно, чашка кофе очередная мне за сегодняшний день поможет. Ну, уж у команды Умри с улыбкой действительно герои очень крутые. Тракса с ее пассивкой, с ее аурой, под Шадоу Демоном, под пассивкой Бестмастера, будет бить вышки команды Yellow Submarine просто с нереальной скоростью. Умри с улыбкой забирают себе еще и Enchantress, которая также будет пушить очень и очень круто за счет своих суммонов, и также будет разваливать за счет имбецов под Траксой. Действительно, Деваджо сейчас с руки у команды Умри с улыбкой просто колоссальное количество. Я думаю, то, что ребята минут на 10 соберутся в пятером и пойдут уже пушить своего оппонента. Но у Yellow Submarine в принципе, в этом плане все тоже довольно-таки неплохо. Будет у них Ликан, который также пушит довольно-таки неплохо. Имеется у них, помимо этого, два очень сильных саппорта. Это Оракл вместе с Кункой. Ну и на мид у них пойдет пак в исполнении ГГ у Паланая. Действительно, отпушивать, в принципе, Yellow Submarine есть чем. Это и рассказ пака, и Фортун Сент от Оракла, и корабли вместе с Рентами от Кунки. Вроде бы пачку крипов они сбривают без особых для себя усилий. Но и, в принципе, в драке дэмэджа, именно магического дэмэджа, у них также достаточно большое количество. А герои команды Умри с улыбкой очень и очень тоненькие. И если бы Yellow Submarine не забанили байда на первый же, на второй бан, на первой же стадии, я бы им очень сильно посоветовал именно этого персонажа себе забрать, потому что в хроносферу, рассказ пака, корабли, торренты, рассказы Оракла выглядит все это очень и очень жестко. Да, конечно, с Ликаном сочетается войд так себе, но что поделать. Но Yellow Submarine сами себе войда забанили, поэтому войда вы на этой карте от ребят мы не увидим. Yellow Submarine отправляет пятым баном Тинкера отдыхать, не будет этого персонажа на второй карте. И Умри с улыбкой. Кого же они сейчас забанят команде Yellow Submarine на оффлейн? В принципе, по-прежнему есть Лордар, есть Кентавр, который вот так же ребята потихоньку начинают вспоминать. Потихоньку залетает все-таки Кентавру Варунера в компете в доту, и это определенно не может не радовать, потому что очень давно не видел я этого героя. Вот сегодня, вот первый, наверное, раз за последние несколько месяцев вообще он влетел на игру, которую я комментировал, и действительно это не может не радовать, потому что, я уже потихоньку начинаю скучать по этому персонажу. Я даже сегодня скучал по Эрспирту, пока этот герой не появился в пиках. Умри с улыбкой забанили Батрайдера и думают над своим последним пятым пиком. Кого они сейчас могут забрать? Нужным героем на позицию мидера. Кто хорошо в миде стоит против пака? В принципе, могут они себе забрать Ланаю, но прикол в том, тогда у ребят получится, что у них абсолютно не будет никакого магического урона, исключая импетусов. Который наносит, кстати говоря, pure damage, а не магический, но именно вот уроны с магией у команды Умри с рукой, умри с улыбкой, урон с магией у них полностью отсутствует, нет у них никакого магического дэмэджа, и это не круто. По-хорошему им нужно было бы забрать какого-то инвокера себе, но инвокера в бане Санкинг также в бане. И посмотрим, что ребята придумают. То есть, возможно, они действительно себя тупо заберут Ланаю, которая в миде против пака стоит очень хорошо, и я думаю, что ребята думают над этим пиком, и вот стоит на ним задуматься все-таки посерьезнее, потому что, Лана действительно на этой карте, мне кажется, заедет им очень неплохо. Если не считать торрента, естественно, от Кунки, то Refraction Лана сбивать вот так толком нечем, то есть Ликан, да, там тоже со своими волками, с некрами, сбивает все это дело довольно-таки быстро, но
Волку еще нужно не кран фармить, а вот на первых, на ранней стадии рефракшн забивать абсолютно нечем. И если умрет с улыбкой, соберут себе действительно именно Темплар Ассасин, то они могут тупо пойти и закончить эту игру за 15 минут. И ребята попробуют это сделать, и действительно залетает им Ланая на пятый последний пик. И что же будут с этой самой Темплар Ассасин придумывать Yellow Submarine? То есть им сейчас нужен герой в оффлейн, по идее, или могут они поставить пак оффлейн? Это Брудмазер для Yellow Submarine, опять-таки немножко позабытый персонаж, которого давненько никто не пикал, но вот она залетает пятым пиком для команды Yellow Submarine, и действительно, это очень любопытно, очень интересно, насколько хорошо Yellow Submarine смогут отстоять свои линии, и от этого, на самом деле, будет зависеть очень-очень много на этой карте, потому что если ребята плохо... Ага, тут форс-мажор, Женя, судя по всему, вместо кнопки Reconnect нажал на кнопку Disconnect. Поэтому, ребята, мы сейчас уходим на замечательный рехост. Пока что я включу просто музыку, выключу свой голос, буду дальше пить кофе. В надежде на то, что я до конца проснусь, то, что я раздуплюсь, перестану тупить. Потому что путать слова это все-таки не круто. И вот буквально, я думаю, через пару минут мы вернемся со второй картой. Сделаем рехост, естественно, на АП-моде.
Ну что ж, рехост, собственно говоря, закончился. Игроки своих героев распикали. Ставится у нас в начале игры пауза, но ничего страшного, я думаю, мы подождем. Торопиться нам абсолютно некуда. Пока что еще Голанай, собственно, не забрал своего пака. Возможно, куда-то отошел и так далее. Но я думаю, то, что сейчас вернется и все будет нормально. Давайте пока посмотрим, кто на ком будет играть. Фредди, я почитал. Так, нет, стоп. Или... Короче, Фредди будет играть на Shadow Demon, Crazy Bike будет отогрубить на Бисмастера, Питон будет фармить в легкой на Дроу Рейнджера, Мейджор будет бегать по карте на Энчантерске, и, конечно же, на Темплар Ассасин будет фармить в миде Волоша. Ну и за сторону Дайер команда Yellow Submarine. Артас будет фармить в легкой на Ликане, Мата будет саппортить на Оракле, на Бруде будет ставить сложный 1-1, какой был, она будет фармить в миде на своем паке, ну или скорее терпеть в миде на паке, если вот совсем быть точным, потому что против Ланаи под Аурой Тракси стоять в миде очень тяжело на паке. И на Кунке будет саппортить Сержа Хан. И вот, насколько я помню, на первой карте Фредди это Картман, правильно? Он тоже играл на Shadow Demon. Если да, то напишите, пожалуйста, в чатике. Я все-таки его иногда почитываю. Ну, я просто Фредди буду Картманом тогда называть, потому что, вот честно, я не уверен. Либо это был Мейджор, либо это был Картман. Ну, Фредди на Картмане. Картман на Фредди. Меня действительно уже потихоньку подплавливает. Не обращайте внимания, очень тяжело. 8,5 часов уже стрим идет, и это только... Четвертая серия за сегодня, к счастью, это же последняя, тут Вика залетает у нас на карте от Энчантерски, ну, бывает, в принципе, почему бы и нет, абсолютно нечем игрокам заняться, пока стоит пауза, в принципе, так же, как и мне. Ну и если говорить вообще так по лайнапу, по перспективам на мид и early game, то, наверное, все-таки у Yellow Submarine мне пик нравится чуть побольше, потому что ребятам из команды Усу придется рано или поздно собраться в пятером, скорее всего, они это сделают рано, и под аурами, под огромным количеством ауром пойдут ребята давить, ломать тавера своего оппонента, и вот тут такой прикол у Yellow Submarine, то, что у них есть Брудмазер, которая мешает очень сильно собираться в пятером и ломать тавера, потому что она занимается тем же самым, но одна, и с огромной своей аурой паучат, она просто-напросто идет, ломает вам сначала тир-1 на одной линии, потом идет ломать тир-2 на одной линии, потом уже заходит на хайграунд, и если никто эту подругу останавливает не будет, то будут огромные проблемы у ребят. И прикол в том, что останавливать действительно Бруду нечем, абсолютно некому забирать этих паучат, то есть чисто теоретически да, там у Shadow Demon есть Shadow Poison, который будет на них накидывать, у Бисмастера есть топорики, у Ланаи с Псиблейдов в принципе тоже может фармить как-то пауков, но выглядит это все не очень уверенно, и посмотрим, как оно получится на самом деле, насколько получится реализовать эту Бруду, потому что пока что вот так вот действительно прям по пику толком контрить ее нечем. Единственное, что ребята из команды Усу просто-напросто могут спушить до того, как Бруда дойдет куда-либо далеко. Ну и просят у нас игроки еще 2 минуты. Ну и пока, собственно, у нас стоит пауза, давайте еще немножко рекламки. Спонсор данного турнира RedSquare — это новый игрок среди компаний, производящих геймерские девайсы. Это лучшее соотношение цена-качество, которое есть на рынке. А помимо стандартного комплекса, мышки, клавиатуры, наушники и ковры, в ассортименте компании есть и игровые кресла. Поэтому покупайте их товары непосредственно в магазинах NVIDIA. И, собственно, вот, какая полоная забирает своего пака. И я так полагаю, то, что пауза уже должна отжиматься потихоньку. Все-таки, ну вот он тут. И, собственно, должна у нас... эта игра продолжается. Действительно, долго достаточно времени было потрачено, пока это пауза в начале, пока рехост, все дела. Ну, пока что пауза у нас не снимается. Давайте я еще в чате кину ссылку на свой паблик ВКонтакте. Если вам понравилось, как я комментирую, несмотря на то, что я достаточно плавленый уже сижу, то вы можете на него подписаться. Мне действительно будет это очень-очень приятно. Ну и пишут у нас Артас то, что они готовы, ну и, собственно, снимается у нас наконец-то пауза, и игра продолжается. Прожимают сразу Yellow Submarine Smoke у себя под фонтаном, и ВКГВ Полоная бежит, уже торопится в сторону центрального коридора, в Миджо уже вылетел Оракл с телепорта, имеется у него Обсессен 3, будет он сейчас тут расставлять варды, и команды Усу абсолютно никто так... такими приколами не занимается, то есть Бисмастер без варда до сих пор бегает, у Энчантерски вард один имеется, есть у нее также и Виндлейс, поэтому подруга это бегает уже на 355 мувспида, действительно мувспид у нее, ну, очень даже неплохой. И Волоша на своей темпларке, будет он стоять в миде против ГГВП Ланаи, и вот как бы не закончилась эта карта, я уже чувствую в конце рофлов, типа...
от Волоши или от Ланай, Паланай, потому что, ну, действительно, довольно-таки такой любопытный ник у парня. Знаю я то, что он с ним играет уже очень давно, и играет вроде бы даже очень неплохо. И, судя по всему, он сейчас только что вхавал Fairy Fire, возможно, игроков уже тоже начинает потихоньку подплавливать. Бывает. Ну, ладно. Ну и на боте Брудар оставляет свою паутину. И... Окей. Так. КВ Паланая выходит на верхнюю руну, хочет забирать тут баунти. В принципе, тут есть инча, который стоит на хайграунде, ставит сюда Observer Ward на оффлейн. И неужели, кстати говоря, это будет оффлейн инча, а Бесмастер прям сразу отправится в лес? Ну, вроде бы нет, вроде Crazy Bike даже не купил себе Iron Talon-чик, чтобы фармить лес. Пока что у него только щиток, Ring of Protection, Тангусики и Сальва имеется. Но КВ Паланая забирает для себя баунти руну, второй Тангусикому саппорты почему-то забыли отдать, возможно, Кунка сейчас это сделает. И на боте Фредди. Имеется у него целых 4 сентри, и очень жестко настроены сейчас ребята из команды USU, чтобы выгонять отсюда за Бруду, но вот проблема в том, что это тупо может не получиться, потому что Бруда очень специфичный герой, и если ее вначале чуть-чуть отпустить, то забрать эту подругу все-таки сложно. Несмотря на то, что у нее на первом уровне всего лишь 540 здоровья, будет она бегать по своей сетке, бегает она по ней очень быстро. Так, первая сентра пошла от Фредди, не видит пока что Бруду. Вторая сентря пока что тут не была поставлена, поэтому 1-1 тут стоит, в принципе, довольно-таки спокойно. Пытается тут Тракса, конечно, крипов динать, но не всегда это получается. Так, тут Фредди Shadow Poison раскидывает в никуда. Бруда вообще находится немножко на другом конце карты, но ничего страшного. И на топ Менчатроску тут забирают. Залетел Фортун Сета Таракла просто сумасшедшего рейнджа, но Инча все-таки отправляется отсюда в таверну и забирает маты для себя. First Blood. Действительно, саппорту ФБ забрать очень-очень приятно. Имеется у него уже 550 голды на руках, и там... На грейд курьера хватит, на ботинок на сдачу тоже останется. Так, торрент от Кунки попадает по Crazy Bike, но Бесмастер слишком жирный персонаж. 7 армора, 700 здоровья, пробивать такого героя все-таки сложновато. Особенно, когда тиммейты находятся все очень далеко, да и сам Кунка тоже был далеко не близко. Но Инча тут будет стоять на топе. Такая дабла с Бесмастером. Так, есть по ней Фортун Сент от Оракла, и залетает торрент также от Кунки. Великан сюда подходит, прожимает Хаули, и Инча Антроску просто-напросто скушали. У по-прежнему первый уровень, никспы абсолютно нигде мейджор получить не успел. В итоге Инча пока что, откровенно говоря, подфиживает. И с таким пиком у команды Усу фидить в начале — это последнее дело, то, чем нужно вообще заниматься, потому что сейчас им по-хорошему нужно получить как можно быстрее 6-й левел на Инче, как можно больше артефактов на Ланае, также 6-й уровень на Бисмастере. И, конечно же, на тракте какой-то Драгонлендс иметь. И вот с этим всем уже тупо идти и ломать тавера, пушить. А если ты закидываешь своему оппоненту, если ты ему хоть что-то даешь в начале, то проблемы могут быть большие, потому что пик у команды Усу, он не то чтобы совсем слабый в лейтгейме, но стоит понимать то, что в первую очередь рассчитан именно на early game, на то, что они пойдут и спушат очень и очень быстро своего оппонента. И пока что... Ну, пушем, откровенно говоря, никаким не особо пахнет. В миде ГГВ Паланая на своем паке стоит, имеется у него крипсат 7-0, в то время как у Темплар Ассасина имеется 15-6. То есть Ланай действительно стоит на этой линии намного-намного круче. Если я не ошибаюсь, то Волоша вообще не пропустил ни одного крипа. Нет, двух крипов. То есть должно было быть у него 20-ка сейчас. Имеется у него только 18, но здесь в любом случае это очень крутой перформанс, в то время как у пака 7. То есть действительно разница просто колоссальная. И на топе выход очередной на Бесмастера, и Бесмастер отсюда вряд ли куда-то уйдет, тут еще и волки его подблочили, пришлось ему их оббегать, и в итоге Оракл собирает для себя уже второй фраг, и матом на этой карте пока что себя чувствует действительно очень и очень круто, несмотря на то, что пока что у него только второй уровень, третий он получит себе вот в ближайшее время, и, конечно же, уже со вторым Purifying Flames'ом будет он наносить огромное количество дэмэджа, ну или возьмет Face Addict и уже начнет нормально выхиливать своих тиммейтов, в зависимости от ситуации. А на боте Бруда немножко тут... грязно играет, идет она просто паучками за Дроу Рейнджер, и просто-напросто эти самые паучата съедают. Тут питона под вышкой, и вот как бы шутки шутками, но питон — это змея, и вроде как змея, насколько я знаю, она ест пауков, а вот в этом ситуации игровой паук съел питона, но... Бывает. То есть я могу действительно ошибаться, возможно, питон — это не змея, не особо сильно шарю в животных, это так, чисто мои догадки, но вроде как питоны похожи на змей, так что нормально.
А может быть, они не едят пауков, я не знаю. Так, на топе. Энчантерская сюда подтягивается. Есть у нее два замечательных големчика, которые накидывают свои станчики по Ораклу. И Оракл, на самом деле, очень сильно просел по здоровью. Потерял мат абсолютно ровном месте, половину своего ХП. Но ничего страшного. Есть у него Purifying Flames сейчас на третьем левеле. Я думаю, он... Нет, Purifying Flames он берет. Решил он не изучать пока что. Fate's Edict, возможно, действительно правильное решение. Ну и в мите Templar Assassin продолжает доминировать над ГГВП Ланай. Имеется у него крипсат всего лишь 8 на 2, в то время как у Волоши крипсат 30 на 15, и действительно, у Ланай тут просто сумасшедшая проблема, тут еще шифтовый проюзан, но тычка от Ланай в итоге не залетает из рефракшена, в итоге пока отсюда уходит живых, но у Пака очень большие проблемы, даже ГГВП Ланай купил себе второй нулик, просто чтобы атака была побольше, а на топе команда УСУ оккупировала эту линию, тут Энчантерска потянулась вместе с Бесматером и Шаду Демоном, хотят они спушить уже Тирадью вышку прямо сейчас, без какой-либо помощи от Дроу Рейнджеру, который, кстати говоря, ситуация-то очень-очень плохая. У Траксы крипса 13 на 2, и имеется у нее одна смерть, и Бруда уже тут спушила тиранин вышку. У Бруды целый шестой уровень, и огромнейшая рава сейчас пауканов стоит и ждет, и вот Бруда пошла. Ну, Тракса далековато. Бруда просто идет пушить линию дальше. И действительно, ну, окей, на топе вышка также падает, но тут будет спокойно продолжать качаться Ликан. У него имеется, по крайней мере, ботинок. Крипсат у него 28 на 8, то есть более-менее неплохо. А вот тут Тракси действительно провал на боте. И если она как-то подставится, если она как-то неаккуратно сыграет, то Бруда очередной раз питона скушает. И это будет вообще не круто. Ну и у Бруды появляется в стэше рецепт на ту самую руку Мидаса, который появится у нее буквально через 400 голды, и под хаулем как же больно эти пауки наваливают. Есть марка под Роу Рейнджер, пытается питон отсюда сделать тэпаут, естественно, у него это не получается, и Бруда собирает для себя второй фраг на этой карте. 6 минута, у Бруды просто все шикарно. Давайте откроем просто нетворсы, и Бруда сейчас топ-1 нетворс, при том, что Волоши действительно в миде стоит очень круто, у него просто сумасшедший крипстат, но при этом при всем Бруда его опережает по нетворсу, и это, ну, совсем печально. Так, волки подтягиваются в мид, Волоша начинает проседать, есть по нему Фортун Сент, арба от Пака залетает неплохая, Шаду Демон подходит, прячет своего тиммейта, Торрент от Кунки попадает в этот раз по Шаду Демону, Фредди живой, Бейсмастер накричал на Ликана, Ликан 5 уровень, нет у него ультимейта, Ликан отсюда склеился, Оракл также очень больно, Оракл также отправляется в таверну, в итоге Темблар Ассасин забирает для себя даблкил, Волоша, я думаю, этому моменту очень сильно счастлив, имеется у него на руках уже 1200 голды. Абсолютно на ровном месте появившиеся из ниоткуда. Ну и вот он, собственно, вырывается в топы по нетворсу. А Бруда тем временем, абсолютно не переживая по поводу того, что происходит на карте, ломает вторую вышку команды УСУ. И Бруде уже на боте, в принципе, делать-то особо и нечего. То есть, окей, чисто теоретически Бруда может оккупировать весь вражеский лес. Вот так вот тупо стоять, выфармливать все и потихоньку подпушивать хайграунду линию. И, возможно, Бруда действительно именно этим заниматься и будет. Но... это такое себе. На топе тем временем Бисмастер забирает Кунку, Primal Roar не был в него потрачен, не знаю, как тут Кунку умудрился умереть, но в любом случае так случилось. И Ликан получил сейчас на топе свой шестой уровень, есть у него Хедреска, есть у него Ринку в Базилиус до покупки. Владимир, остается ему совсем чуть-чуть голды, буквально 300, и как только Владимир у Ликана появится, я думаю, то, что Yellow Submarine попробуют как-то собраться тоже вчетвером, оставят Бруду на боте развлекаться, а сами пойдут по какому-то верхнему коридору и будут уже пушить там. И чем заниматься сейчас команде УСУ на этой карте, я действительно не понимаю. То есть, окей, у них стоит Тракса в миде, Тракса сейчас получит свой шестой уровень. Неплохо. У Ланаи все вроде бы тоже более-менее неплохо. 55 крипстат, 2.00 статистика. То есть Волоши себя чувствует на этой карте тоже очень и очень круто. Так, тут цепляют Энчантерскую, Энчантрес левел, потрачен на нее был Dream Coil, и контролил тут хосту, но в итоге Паку хоста это не достается. Просто-напросто вот этот гранитный голем, который ломает хосту. Паку должно быть очень-очень обидно. Но в любом случае на боте лежит Баунти Рун, так что ГГВ Баланай, я думаю, ее заберет и не сильно будет переживать по этому поводу. Ну и Волоши прекрасно, он понимает то, что нужно хоть кому-то стоять против Бруды, но вот такой прикол то, что рефракшн с Волоши спадает просто моментально с паучата. Я не знаю, как так 1-1 контролить, но Волоши абсолютно не может пробить всех пауков. То есть он бьет только по одному, псиблейды как будто тупо не хотят работать по этим паучатам. И у Волош тут будут определенные проблемы, то есть ему тоже, наверное, нужно быть поаккуратнее, потому что если вдруг Бруда в него грызется, у Бруды пока что нет ни пассивки, ни ультимейта, как только появится пассивка, вот сейчас 9 уровень, Бруда качает свой ультимейт, на 10 появится у него пассивка, и под замедлением Волоша тут тупо может склеиться, приносит он себе еще и Сентри.
чтобы хотя бы понимать, где находится этот паучиха. Ну, а на топе есть Оракл. Оракл кидает на себя Фэтидик, пытается выхилиться, но нет, слишком много станов от големчиков вместе с кентавром. В итоге получилось его забрать, а на боте тем временем Бурда просто в соло скушала Ланаю. То есть Бурда зарабатывает сейчас за вражеского митера 400 голды. У Бурды имеется 2000 на руках. Мидас, Солуринг и еще Сейдж Маск. Будет эта покупка, я так полагаю, Арчида от 1-1. И появится этот Арчид в минуте, это, наверное, к 12-й, если игра продолжит идти в том же духе. И это могут быть очень большие проблемы для команды Усов, потому что вот тупо нечего делать сейчас с Брудой. То есть они решили действительно забить на нее. Они поставили одного туда героя, конкретно Templar Assassin, стоять против Бруды. С ее огромной армией паучат. Окей, говорит Бруда, в принципе, не вопрос, я знаю, что делать, просто нажать райт-клик в вражеского мидера, рефракшн спадает с темпларки просто моментально от этих всех паучат, и без рефракшена все-таки темпларка, ну, достаточно тоненький герой, 940 здоровья, казалось бы, есть, 11 армора вроде тоже неплохо, но, как мы видим, для 1-1 это не проблема, и пробивает это Бруда Ланаю без особых для себя усилий, уже 2500 у Бруды на руках, и что будет дальше, то есть Бруда себя чувствует шикарно, команде Yellow Submarine, в принципе, торопить сейчас особо некуда, у них у Пака ситуация довольно-таки печальная. То есть Паку нужно фармить свой Вейл и с руной невидимости уже попробовать куда-то пойти подраться. Есть у него DreamSquad 8 уровня. То есть все, в принципе, более-менее неплохо у Пеланай. Им нужны артефакты на Ликане. То есть Ликан сейчас получил свой Владимир и просто идет в соло на Рошана. Бруда все так же подтягивается со своей толпой паучат и вгрызаться она начинает в этого Рошана. Рошан тут будет падать просто практически моментально, потому что Хауль дает этим паучатам просто огромнейшее количество урона. То есть вроде бы 5 дэмэджа, но вот я не знаю, тут сможет он прокликать вообще паучат? Я вот честно пытаюсь. Так, это волк. Можно паучат паучонкам? Вот, можно. То есть у паучонка как бы вот так вот просто 18 дэмэджа. Под хаулем первого уровня у паучонка уже 23. Это большая разница. Тут же находит в лесу Кунку. Кунка, ну, честно говоря, Кунка далеко зашел. В итоге Кунка отправляется в таверну. Но это, в принципе, абсолютно все не имеет абсолютно никакого значения. Фраг за него забирает, конечно, Волоши. Для Волоши это приятно. У Волоши до покупки дезолятора остается буквально 800 голды, и купит он себе этот артефакт очень скоро. Пак прожимает руну невидимости и идет во вражеский лес. Есть у него Вейл, поэтому готов прямо сейчас, в принципе, лопнуть Шаду Демна. Но Шаду Демна раскасовываться не хочется, да и тиммейты находятся далековато. Если что, нужно будет тут подстраховка ГВП Ланай, потому что, ну, много тут вражеских героев. Так, Вейл неплохой, DreamSquad ставит по двоим, и отсюда улетает просто-напросто с арбы. Кунг сюда подтягивается, есть Primal Roar по Паку, Оракл кидает на него фулс ройнс. Оракл тут должен выживать, корабль от Кунки залетел, по-моему, в никуда. Фредди тут тупо зажала паучатами, Фредди отсюда никуда, по идее, не должен уходить. Так, Кунка, Торрент кидает, Торрент неточный, Энчантерска отсюда размансовывает, Шаду Демон же отсклеился, его просто паучата там загрызли в лесу. Есть марка по Энчантерске, и Энча отсюда также абсолютно никуда не уйдет. Это минус 4 в исполнении команды Yellow Submarine. У них по-прежнему имеется Аегис на Ликане. И сейчас ребята прямо, я думаю, будут заходить на хайгранг к своему оппоненту, потому что а чего тянуть? То есть они сейчас абсолютно спокойно выиграли драку, но вот единственная проблема, то что у Пака сейчас тупо нет маны, Паланай сейчас забирает руну на боте, начинает потихоньку отрегениваться с ботла, также сейчас заберет руну и на верхнем коридоре, там, кстати, прикольная руна двойного урона, то есть с этими всеми приколами действительно Yellow Submarine могут сейчас тупо снести хайгранг к своему оппоненту на 12-й минуте, но Бруда пока что подфармливает леса, армия паучат просто сумасшедшая у 1-1, я не знаю, сколько их там, 1, Ctrl, 2, Ctrl, но их там вот точно много. У Бруды, кстати говоря, появляется не Арчит, появляется у нее Эхо Сейбр, и артефакт это тоже очень-очень крутой. У Энчантерски же имеется Фейсбуцим, 17 стиков, Виндлейс и Рейндропы. То есть вроде бы у Инчи все более-менее неплохо, да и у Ланаи тоже до дезолятора осталось совсем чуть-чуть, то есть тайминги далеко не самые плохие, но вот прикол в том, что у Бруды слишком много. Ну вот именно слишком. У Бруды еще появляется Мифрилхаммер, должен быть это дезолятор от 1-1 на его Бруде, потому что, ну, все остальное тупо не важно. То есть БКБ, нет, ей не нужно БКБ сейчас. Ей нужен именно дезолятор, чтобы снижать армор по строениям и ломать тавера дальше. Потому что на хайграунде все-таки с тир 3 вышкой довольно-таки проблематично. 22 армора есть, 1600 хп также имеется. То есть вышка довольно-таки плотная. И пробить ее тупо с пауками, ну, все-таки проблематично. А вот с дезолятором вполне возможно.
Ну и в миде Волоша продолжает фармить на своей ланае. 1400 колдун у него на руках имеется, 1500. Сейчас, я думаю, то, что вышка тир-1 у команды Yellow Submarine на миде тупо будет падать. Да, прожимается, конечно, глиф, но вряд ли кто-то придет ее дефать. Хотя Кунг сюда подтягивается, но скорее даже, чтобы получить экспириенс, есть еще иллюзия от Shadow Demon, по этой самой Templar Assassin. И неужели Усу тупо не пойдут нормально ломать эту вышку? Потому что вот сейчас вот эти иллюзии доведут ее до состояния Denible. И так, Волоша подтягивается, есть по нему марка, есть по нему... корабль вместе с торрентом, а торрент есть, а торрента нет. Ну ладно, Ланай рефракшн так Ликан сбивает со своей формы, и Ланай все-таки отправляется в таверну, забирает у нее фраг Ликан, забирает у нас у нее 300 голды, идет дальше. Фредди, есть сеточка по Ликану, в итоге Фредди тут вряд ли получится цепануть. А вот этих миньонов забрать более чем возможно. И на боте тем временем Бисмастер вместе с Страксой каким-то чудом просто для меня смогли забрать все-таки это чудовище на Брудмазер, но деньги засплитились, забрали фраг крипы, поэтому много денег не получили сейчас команда Усуты. Хотя нет, получили. Очень много денег получили. Так, Торрент летает в Энчантерскую, ничего, очень больно. Перифайн Флеймс почему-то не залетает сейчас с Таракла, иначе бы Энча там тупо лопнула. Ну окей, Нча тут выживает, и даже свиспят своих подрегенилось, и в принципе, значит, от Эндос действительно выхиливает очень много здоровья, даже когда это способность первого уровня, и Нча сейчас тупо фуловая, плюс у нее еще и 17 стиков имеется. На боте цепляют тут Бисмастера, Бисмастер пока что живет на 50 хп, слетает трастычка, 2 тычка от пака, Бисмастер слился, Трекса также отправляется в таверну, но тир-1 вышку команда Усу все-таки смогла забрать. То есть Yellow Submarine потеряли свои 3-1 вышки на 15 минуте, но я думаю, то, что ребят этот момент не слишком сильно расстраивает. У Ликана появляются первые некра, то, что далеко не самый шикарный тайминг. 15-я минута, обычно на этой минуте уже у Ликана какие-то третьи некра, но с другой стороны, стоял он тоже далеко не совсем в легкой, стоял он против Энчи вместе с Бисмастером, и все-таки они там его напрягали, и напрягали довольно-таки сильно. Ну и Yellow Submarine отправляются пушить все-таки этот злосчастный тир-3 Тауэр на боте у Брудыжа. Появляется Огр Клаб. Не будет это, к сожалению, дизелятора. Будет это покупка Блэкинг Барра. Ну ладно, решил сыграть чуть по сейвове, хотя с другой стороны, от чего спасает в этой игре БКБ? От Демонг Пуржа не спасает, от Прайма Рора не спасает, от Санниса Траксы, ну окей, спасает, но тебе пофиг на Санниса Траксы. От Импецов спасает на Темпларке, на БКБ абсолютно плевать. То есть вот чисто ради Импецов покупать артефакт за 4000, ну, по-моему, это не круто. Ну ладно, решил 1-1 сыграть именно так, возможно, боится какого-то сайленса, возможно, боится еще чего-то, ну, честно, не знаю. Ну, Yellow Submarine продолжает осаду базу, так, Пак прыгает, ставит Dreamcoil по двоим, моментально ловит Prime Roar, и Ланай тут выживает, есть по нему Фортнот Сета Дракла, Бисмастер очень больно, также отправляется в таверну, Тракса делает моментально байбек, прижимается глиф команды Усу, Ликан тут в форме пока что бегает, форма у него уже заканчивается, поэтому нужно быть ему тут поаккуратнее, Торрент от Кунки по двоим, и Yellow Submarine, в принципе, спокойно отступили. Развели Траксу на боевик, можно было бы отойти, но это СНГ. Ребята не будут просто так отступать, тут Бруда битая, но ничего, ее подхилит сейчас Оракл, или... Нет, все-таки ГВП Ланай улетает на базу, слишком мало у него осталось всего, ни маны, ни здоровья у него толком нет. В итоге Yellow Submarine убивает двух вражеских героев, развели они Траксун на байбек и спокойненько отсюда уходит, плюс половина вышки тир-3, также команды Усу тут упала, и действительно это не круто. Волоша же себе приобретает два Band of Elf скина до покупки. Драгонлайтс остается буквально 3 сотки голды. Ну, действительно, артефакт очень неплохой на ту же самую Темплар Ассасин. Не удивлюсь, если он крыданет его в Хюрикейн Пайк, почему бы и нет. Действительно, артефакт более чем достоин на такого персонажа, как Темплар Ассасин. Действительно, дэмэджа Ланая с этим артефактом может очень много вносить. Так, ну и на боте Тракса продолжает зарываться в паучат, или паучат зарывают Траксу, не совсем понятно, но в любом случае по Траксе дэмэджа как такового от этих самых паучат маловато будет, потому что у этой подруги очень много армора. Так, дасты тут попадают по Брудмазер, но та не особо переживает по этому поводу, и на 5-2-2 муспиде отсюда убегает. Птичка тут от Бисмастера летает, видно прекрасно паучат. Паучат тут ребята из команды Усов подфармливают, остается один несчастный паучонок. Так, на топе Кунка ловит Ланаю на марку, Кунка же очень сам по себе битый. Есть также Торрент, и Волоша отсюда вряд ли куда-то уйдет, хотя Рефракшн... Нет, Рефракшн сейчас спадает, и Перифайн Флеймс и Таракл отправляют его в таверну. Пак тут очень агрессивно играет, есть Dreamscoil вместе с Санисом по Шаду Демну, и залетает в него в ГКВП Ланай очередной Фортун Сент, но в Пак сейчас очень много накидали. Пак, будет ли он тут жить? Баф от корабля с него спадает, и в итоге Пак все-таки умирает. Кстати говоря, интересный очень момент, то, что баф от корабля Кунки не работает с...
типа тиммейтом Оракла. И, кстати, там Ликан еще решил красного некра добить, в итоге он склеился. И Мата тут тоже отправляется в таверну. В итоге много сейчас команда Yellow Submarine дает денег своему оппоненту. Очень много сейчас. Появится обязательно когда-нибудь Fate Recap. Появись. Я жду. Нет, судя по всему, не появится. Вот. Вот, появился Fight Recap, и сейчас Усу абсолютно на ровном месте зарабатывают 1700 голды, Yellow Submarine, ну, потеряли деньги только на паке, Ликан там с Ораклом даже в плюс вышли после всей этой драки, но Ликан получает сейчас 1200, третий некра у него имеются, 1900 голды у него также на руках имеется, до блинка ему осталось всего лишь 3 сотки голды, и если блинк на Бестмастера появится действительно рано, это может быть очень большой проблемой для того же самого пака. Потому что пак герой, ну, очень тоненький, несмотря на то, что армора вроде бы много, вроде бы 1000 хп. С третьими некрами, Бестмастер под Primal Roar'ом этого пака будет просто заседать на раз-два. И мы это уже не раз видели, то, что кричит Crazy Bike именно в этого пака. И у пака лицо отлетает очень-очень быстро. Так, Ликан в миде продолжает фармить. Приобрел он себе все-таки третьи некрономиконы. Имеется у него также Владимир и Power Threads. В принципе, на этом у него все заканчивается. Так, пак собирает на боте руну Баунти. И имеется у него в инвентаре один став за трое. Я думаю, то, что это будет все-таки Юлы от ГВП Ланай, потому что прекрасно понимает, что слишком много в него как-то дэмэджа сейчас заходит. Нужно это все дело хоть как-то доджить. То есть третий шифт у него имеется. Скоро уже будет четвертый. На 13-м левеле он себе возьмет его. И, кстати говоря, ГГУ Паланай решил не брать Дремскол на двойку на 11 левеле, решил он действительно замаксить шифт пораньше, потому что он прекрасно понимает то, что нужна ему эта очень сильно сейчас способность. Ну и армия Паучата окружает тир 2 вышку команды Усу на миде, и вышка тут без особых проблем падает, забирает ее для себя ГГУ Паланая, и действительно для него это очень-очень неплохо. Имеется у него еще 900 голды на руках. Мейджор на своей энчантерске купил себе Dragon Lance, будет у него чуть побольше теперь рейндж атаки, чуть поплотнее будет это сама по себе инча. 5 армора вроде бы есть, 1000 хп, но вроде более-менее пойдет. Под антачиблом, по крайней мере, паучата бруды не смог ее так сильно пробивать. И Yellow Submarine тут стоит на хайграунде, ждут, пока их оппонент сюда пойдет, но Усу абсолютно туда не торопится, как минимум, потому что у них линия в миде очень сильно пропущена. И у Drow Ranger появляется Point Booster, есть у него также 1500 голды на руках, и будет это выход в Аганим Скиптер, естественно. Вот Питона. Ну и действительно, Аганим на Траксе, в принципе, может решить проблему с брудой и с ее паучатами, и когда появятся у Траксы молнии, действительно, Бруда уже не станет настолько жесткой, поэтому Yellow Submarine, наверное, стоит немножко тут поторопиться. Так, нападают на Оракла. Оракл залетел в него Primal Roar, ну и Оракл тут просто-напросто склеивается. Была попытка от команды Yellow Submarine зайти на Рошана, но птичка от Бестмастера уже тут находится, и паучонок вот этот вот от Бруды такой приходит сюда, говорится, я все вижу. Но Усу это абсолютно не смущает. Траксы также подтягивается, бежит еще один паучонок, все прекрасно делает. Это видят ребята с Yellow Submarine. Бруда, есть сеточка. Паучата идут, есть по ним Сайленс, но он просто их отталкивает. Так, Бруда тупо вгрызается своими пауками в Бестмастера. Бестмастеру очень больно, остается он абсолютно без маны. Бестмастер. И Бестмастер тут может просто умереть. Пак сюда приходит, есть Вейл по Шаду Демона, в итоге Фредди отправляется в таверну. Пак прыгает дальше, есть у него по-прежнему Dreams Coil, может он его поставить на Энчантерску, но нет. Не слишком далеко та была, и в итоге Энчат сюда все-таки убегает. Но Yellow Submarine сами решили забрать Рошан, почему бы и нет, паучата есть, Ликан с Владимиром есть, они от него еще и порегенятся. И Ликан забирает для себя уже второй Aegis, следующий Рошан будет сыром. И вот со следующим Рошаном Yellow Submarine точно должен заходить на хайграунд, потому что тупо дальше ждать будет абсолютно нечего. То есть, окей, сейчас у Ликана есть еще 800 голды на руках, будет, я думаю, следующим артефактом он себе покупать Black King Bar, и с покупкой этого самого артефакта, в принципе, у Ликана все будет чуть покруче, у Броды же БКБ уже появилось, есть еще 1700 голды на руках. У Пака имеется блинк, летит Паланая в курьере Дагон, вот это вот очень интересно, я думал, что все-таки это будет Йолна, это Дагон от Пака. И Ланая начинает она тут фармить крипочков, начинает она фармить паучат. В принципе, падают они довольно-таки быстро, но половина вышки тут уже упала, даже больше. Остается у вышки всего лишь 500 здоровья. Есть марка по Волоше. Волоша. Рефракшн всего моментально спадает. В груди тут очень больно. Настрелит по ней Тракса просто как сумасшедшая. Также сильно проседает Ликан. Корабль от кубки, казалось бы, неплохой. Тракс. Так, Ланая. Ланая. Нет, Ланая живет, а вот из Ликана Эгис выпадает. Ну и осада пока что базы команды Усов проходит не очень уверенно. Ликан просто начинает
Пока он трансформировался в этого животного, ему так больно настреляли сейчас слона и вместе с Траксой, что это действительно было что-то с чем-то. Потерял практически все свое здоровье и тупо умирает сейчас под ультимейтом Оракла, хотя вроде бы Мат его выхиливал с Перфайнг Флеймс как только мог, но в итоге даже этого хила было недостаточно. Как же много сейчас дэмэджа влили в этого несчастного ликана. Ну и у Траксы имеется 2000 голды на руках, до покупки Аганима остается всего лишь 800 голды. И как только у Питона появится Аганим с Мейлштормами, действительно, у команды Yellow Submarine начнутся большие проблемы. Потому что, как мы сейчас видим, Усу не нужно драться. Они тупо стоят с огромного ранжа и настреливают. И настреливают очень больно. Yellow Submarine сейчас это ощутили. То есть Ликан умер два раза буквально минут, секунд за 5. И дэмэджа сейчас у Усу просто какое-то сумасшедшее количество. Так что вероятность того, что у нас будет третья карта, все-таки она достаточно большая. Ну и Ланая, по-прежнему имеется дезолятор вместе с Драгон Лэнсом. И 2400 голды на руках, должно быть это БКБ от Волоши, потому что, ну действительно нужно. Тот же самый Пак раскасовывается очень сильно, тем более, что у Пака имеется догончик. Раскас от Кунки тоже не особо приятный, ну и Оракл тоже достаточно много дэмэджа наносит за счет своего Фортун Сэнда и Перифайм Флеймса. Ну и на боте Ликан имеется у него Ogre Club, 800 голды на руках, должно быть это БКБ на Ликане, действительно артефакт ему этот нужен, но хотя с другой стороны, как мы видели сейчас, ну не сильно ему БКБ поможет, когда в него начнут настреливать так, как настреливали сейчас, потому что его тупо пробили с руки. Вот единственное, что в него бы не влетело, это импетусы, и может быть он выжил бы под ультимейтом Оракула, но от этого немного бы, честно говоря, поменялось. У Траксы появляется ее Аганим, 15 уровень, до 16 осталось совсем чуть-чуть, и будет у нее замакшена ее ультимативная способность, марксменшип, и уже со всем этим действительно Усу будут отбиваться на хайграунде очень-очень уверенно. А Yellow Submarine говорят то, что ну не получилось в один раз, пойдет в другой и продолжают осаду базы своего оппонента, или волки просто сюда бегут вместе с тележкой, ну и тир-3 вышка действительно тут падает, а просто-напросто отпоучат. Две иллюзии в Траксе стоят и настреливают, действительно, Шалу Демон для этого прекрасный персонаж, Дисрапшн его уже замакшен, почему бы и нет, иллюзии живут долго, иллюзии наносят просто колоссальнейшее количество урона, у Пака появляется второй догон, и тут Yellow Submarine находится под действием смока, не видит их оппоненты, и неужели они сейчас думали то, что Yellow Submarine уйдут? Скан был также проюзан абсолютно в никуда, и боятся сейчас Усу спускаться со своего хэграунда. Yellow Submarine же их тут ждут. Оракл заходит, ставит он обсервер, Пак прыгает, ставит Dreamscall тупо по одной Draw Ranger. Тракса очень быстро преследуется, но есть по ней Disruption. Фредди также очень больно. Фредди тут живой, Тракса по-прежнему живет, только сейчас она умирает. Пак очень больно, Пак отправляется отдыхать в таверну вместе с Брудмазер. Ланай также склеивается, у них не будет по байбеку. Ликан идет дальше, начинает наваливать по бисмастеру, бисмастер выживает, а вот Ликан отправляется отдыхать. И Энчантерска просто какая же она бешеная, она в соло развалила сейчас практически всю вражескую команду. Я хочу уже посмотреть Fight 3 Cup, потому что то количество дэмэджа, которое сейчас Энчант стреляло, это что с чем-то бисмастер уже собирает для себя трипл килл, то есть Тракса нанесла сейчас 2000 урона, Инчан нанесла 2000 урона, Ланай нанесла 2000 урона, и вот Бисмастер 1300 за счет своих сумонов. Действительно, очень сейчас много дэмэджу команды Усу, и Yellow Submarine как-то потихоньку начинают действительно закидывать эту игру. То есть Shadow Demon сейчас спрятал Траксу, естественно, в Disruption, посейвил он ее на 2,5 секунды, и после этого Тракса еще стояла секунды, наверное, 2, тупо настреливала по всем вражеским героям, потому что Ликан со своими сумонами нажал райт-клик в Shadow Demon, в итоге не получилось забрать ни Фредди, ни Траксу, никого не получилось забрать. Ну, окей, Тракса там все-таки сдохла, но слишком долго потребовалось времени, чтобы она умерла, и Yellow Submarine как-то сейчас очень, как не то чтобы плохо, даже они собраны играют, что ли. И они уже отдали очень много преимущества. То есть было у них преимущество в районе 10 тысяч на 20-й минуте по голде. По экспириенсу вообще более 10 тысяч. Они могли абсолютно спокойно со всем этим идти и заканчивать. Но вот сейчас преимущества у них как такового уже абсолютно никакого нет. Там по голде 1003, по экспириенсу 1002. И на это преимущество уже абсолютно плевать. И вот Усу сейчас, в принципе, действительно под этими всеми аурами, они пережили тот критический момент, когда их тупо могли пойти и задавить, пока у них слабенькие были герои, пока у них не было БКБшек, пока у них слишком мало было здоровья, пока у них было мало дэмэджа. Сейчас же у Ланаи с рефракшером
с рефракшеном 4 сотни урона. И при этом у Волоши еще имеется дисселятор и Dragon Lens. То есть он наваливать будет с рейнджи 520, где-то это хп по 500. Потому что там у Ликан, у которого армора, ну, очень мало. Так, миди цепляют Пака. Пак умирает буквально с трех ударов от Drone Ranger. Фракшн забирает за него Шаду Демон. Не знаю, каким чудом, но достается этот фраг именно Шаду Демону. Ну и Усу отправляются в пуш. Тир-2 вышка тут будет падать просто моментально. Действительно, буквально пару ударов от Траксе с Ланай. Вышка тут падает. И заходят ребята на хайграунд. И действительно, ребятам из команды Yellow Submarine абсолютно нечего им сейчас тупо предъявить. Слетает Торрент по Ланай. Окей, нет у него больше рефракшена. Кунка очень сильно проседает. Кунка, как же Кунке больно. Есть на него False Promise. Но тут вопрос большой, выживет ли Кунка после всего этого. Потому что дэмэдж в него влетело... Ну, какое-то сумасшедшее сейчас количество. Ладно, Кунка выживает, даже пригнался. И милишный барак просто моментально падает. Ликан прижимает свою форму, начинает бегать. Вгрызается он в Ланаю со своих некров. В Ланаю залетает корабль, но там под БКБ ей абсолютно пофиг. Есть сальный сатракси. В итоге Кунка тут должен, по идее, склеиваться. Кунка действительно отправляется в таверну. Также умирает Брудмазер и дисконнектится Оракл. Команда Yellow Submarine. Ну и очень сильно похоже то, что будет у нас третья карта этого замечательного противостояния. Ну, радует, по крайней мере, то, что карты первые две очень и очень быстрые. Вот тут, правда, вот Yellow Submarine ошиблись со своей быстротой. Они могли спокойно заходить на хайграунд, тупо с сумонами, стоять и с лоу-граунда бить по вышке. Но вот ребята решили побегать по Т4 на 20-й минуте и в итоге немножко закинули эту игру, но... Бывает на то оно и СНГ, чтобы вот такие вот закидоны были. Конечно, хотелось бы, чтобы этого всего не было, но тогда СНГ может в один момент прекрасно превратиться в Китай, и это будет не круто. Ну, реконнектнуться, раз у нас Оракл, по идее, пауза должна уже отжиматься. И действительно, отжимается у нас пауза, и... Трое игроков команды Yellow Submarine уже находятся на данный момент в таверне, а Усу заходит на верхний коридор, тир-3 вышка тут падает просто моментально, под изолятором действительно дэмджа просто нереальное количество, тракцирует 16 уровень, Пак прыгает, больно Чандраскин, но какого полоная. Ладно, хорошо, он смог забрать Шаду Демона, барак же тут уже упал, пытается отсюда ничего сделать, топ-аут у нее это получается, есть фрамворк по Паку, Пак выходит в шифт и должен отсюда, по идее, уходить с блинка. Действительно, с блинка уходит, есть Сайленс и Варбон также должен отсюда уходить. Кстати говоря, если Волоши ему закинул тупо удар, то Пак бы тупо склеился. Питон начинает пробивать Питон, очень больно. Питон отправляется отдыхать в таверну. Далековато он был со всей своей команды, но вся остальная часть команды Уса отсюда тупо уходит. Хорошо, забрали Шаду Демона, забрали Траксу. В принципе, ничего страшного. Паку деньги достались, Пак себе покупает третий догон на эти деньги. Опять-таки, ничего страшного. На этот догон, в принципе, можно забить команде Усу. И тупо сейчас регруппироваться, подождать, пока Тракса реснется, отпушить верхний коридор посильнее и пойти тупо пятером по боту. Плюс там Рошан скоро респаунится через 2 минуты, как подсказывает табличка. И с Рошаном, с Аегисом, с Сыром пойти и закончить эту игру. И команде Yellow Submarine что-либо с этим сделать будет сейчас очень сложно. Окей, у Бруды сейчас появится Кираса, но она ничего тупо не поменяет. То есть 5 армора, казалось бы, на команду это круто. Но там Тракса с Ланай наваливают просто, ну, нереально больно. У Ланай же появляется сейчас... Хрикейн Пайк практически готовый или уже готовы? Да, действительно готовы. Хрикейн Пайк сейчас летит в Волоши, и с этим артефактом Волоши будет, ну, слишком больно бить. И слишком быстро бить. И зафоксить его так просто не получится, потому что он будет он отталкивать от себя своих оппонентов, и это действительно круто. У Ликана появляется его блокинг бар, пока что он еще не был проюзан. 10 секунд, и действительно это круто, возможно, этого артефакта не хватало команде Yellow Submarine, но проблема большая в том, что Усу пушат намного быстрее, и Yellow Submarine сейчас не могут с ними драться, потому что слишком много дэмэджа. Инча сейчас получит свой 16 уровень, вот уже, собственно, появляется это самый 16 уровень. У Инчи имеется Аганим, имеется у нее Dragon Lens и Hurricane Pike также имеется в стэше, и... Инча сейчас будет наваливать просто нереально жестко. Драшан остается буквально полминуты. Yellow Submarine его сейчас не могут забрать. А Усу уже находится в смоке, и они уже бегут туда. Волоша ставит трапу. Ставит он ее на хайграунд к своему оппоненту. Будут прекрасно видеть, когда Yellow Submarine будут сходить с этого хайграунда. И прекрасно они понимают, где примерно находится сейчас их оппонент. Ликан тут может, в принципе, подставиться. Ликан... Нет, Ликан нормально. Ликан убегает. Тартас прекрасно все это дело понимает. Или нет? Ланай видит его. Есть замедление трапы. Ликан прожимает БКБ. Пытается прикачаться в форму. Есть прайм-рор и просто с трех ударов его забирает сейчас Ланай вместе с Траксой. Бруда ловит санец. Пак раскасовывается по Шаду Демону. Хорошо, Шаду Демон лопнет. Дальше что? Оракулу также очень больно. Пока что он под фолс-промисом, но он
с него, естественно, никуда не уйдет. Кунка есть, марка по Бисмастеру, Тарен также залетает, и вроде бы Бисмастеру больно, но он выживает все-таки на 50 хп. Кунка остается абсолютно без маны. Так, там Пак все-таки забрал Бисмастера. Окей, Ланая стоит пока что в Дримкойле, дровать его не хочет, чтобы КБ прожимать тоже, и Волоша отсюда тупо начинает отходить. Тракса по-прежнему живая, и у Траксы, казалось бы, мало сейчас здоровья, и в Ланая есть Вейл, но Блинк не нажался, и в итоге не получилось забрать Траксу. Если бы он сайленсом в нее дал вместе с Дагоном, то Тракса бы реально там склеилась. И на топе у команды Yellow Submarine в это время падает оранжевый барак. Его засейвить абсолютно никто не сможет. Уже, в принципе, он упал, и Yellow Submarine действительно на него забили. Идут они драться на Рошана. Кунка, есть торрент. Залетает также корабль в Рошана. Корабль, в принципе, неплохой может быть сейчас по троим героям. Волоша прожимает БКБ, начинает наваливать по паку. Ланай, кстати говоря, Ланай это не больно. Ланай это не больно, потому что Тракса умерла. Тракса умерла уже. Есть также торрент вместе с маркой по Энчантерске. Энча очень сильно проседает и куда ее забирает. Забирает для себя 1-1 дабл килл, и Yellow Submarine, походу, все-таки заберут этого Рошана. На базе же у них два героя тупо отпушивают мега-крипов, потому что две стороны у них упало, упало уже довольно-таки давно, и действительно отпушивать этих крипов кому-то же нужно, и Бурда вместе с Паком пытаются вдвоем забрать Рошана, но дэмэджа, откровенно говоря, маловато, но, в принципе, хватает. Окей, Бруда себе сейчас может забрать Аегис, Бруда довольно-таки плотная, или Пак забирает, Пак забирает Аегис, сыр по-прежнему валяется там на полу, тупо он никому абсолютно не нужен. Ланай как-то пропустил момент, что тут Ренгенка, идет он Ренгенец на базу, бывает, окей, судя по всему, не только меня подплавливает, подплавливает также игроков. Гем появляется у Оракла, а Шаду тему себе покупает Power Threads, окей. Я думал, там что-нибудь поинтереснее, но это просто ПТшка, чтобы быть чуть поплотнее, действительно, почему бы и нет. А вот гем у Оракла действительно очень интересно, потому что нужно разбивать варды сейчас команды Усы, в принципе. Дота, покажи нормально варды, пожалуйста. Ну, убери вот эти вот. Нет, Дота не хочет нормально варды показывать, я не знаю почему, но у команды Усу, в принципе, варды довольно-таки оборонительные. То есть вот на этом хайграунде, вот на этом хайграунде, вроде бы больше вардов у них нет. У Бруды же появляется талисман of Evasion, будет, я полагаю, это выход в бабочку, хотя, в принципе, алебарда тут тоже очень даже неплохой артефакт, тупо заткнуть эту Траксу, чтобы та не била, у Траксы нет ни манты, ни БКБ, никак она не сможет себя сбросить от действия этой алебарды, и, в принципе, если действительно получится заткнуть Траксу, может быть, получится у ребят с команды ЕС выиграть драку, а пока же они в смоке, с Shadow Demon сейчас ревили смог с Ликана, есть минимум Фортун Сент, есть минимум Марка, но тут гем. Глиммерскейп не поможет. Так, а у кого гем? Гем у Пака. У Пака еще и пятый догон. Ну, действительно, ГГВП Ланай будет больно бить, но тут очень сильно команда Yellow Submarine пропушена верхняя линия. В миде также крипы уже подступают к базе, и нужно скорее возвращаться, нужно все это дело отпушивать, потому что тут уже падает потихоньку Т4. И команда Усу сами находятся в такой небольшой западне, стоят на лоу-граунде, подпушивают они линию как только могут. Аккуратненько, так, Бруда расставлять, продолжает свои сеточки, но нет, не идут. Не идут Yellow Submarine нападать, понимают они прекрасно то, что им в лобовую атаку идти очень тупо, им нужно как-то цеплять Траксу, а цеплять Траксу в принципе-то толком и нечем. То есть имеется у них, конечно, Пак, который может прыгнуть с Римкоэла, дать догончик под Вейлом, действительно больно, но кроме этого, предъявить Траксе, в принципе, больше и нечего. У Волош также появляется на талисман of Evasion. У Бисмастера появился рефрешер, и вот это вот действительно очень круто. Два Prime Aurora, две пачки Некров, это может стать фатальным для Yellow Submarine. И они не знают пока что про этот рефрешер. Ну и продолжают обе команды фармить. В принципе, ничего действительно пока что интересного не происходит. У Ликана имеется 2500 голды на руках. По-прежнему Владимир, третий некраб, Блэкинг Бар. Извиняюсь, и на этом артефакт у Ликана заканчиваются.
Кираса у него уже есть в команде, поэтому это не будет Кираса. Возможно, это будет какой-то МКБ, потому что у Ланаи появился талисман of Evasion, и нужно будет как-то проебать эту бабочку. Ну и смог от команды Yellow Submarine, Пак же в соло пушит верхнюю линию команды Усу, и пушит он ее действительно довольно-таки уверенно. Тут же в мите Усу собираются, Shadow Demon делает из Рокса иллюзии со своего дизрапшена, и просто чтобы отпушить линию. Ну и походу поняли Усу, чем занимаются их оппоненты, действительно не подставляют ступа. Тир 2 вышку они отдали, а вот на хайграунд Yellow Submarine, как мы знаем, заходить не так уж и круто могут. Пак тут немножко просевший, но ничего, Оракл его сейчас подрегенит, у Пака в принципе есть еще и Аегис, который будет действовать в принципе так же много. Так, Ланая прыгает на Фредди, Фредди моментально склеился, Ланая же отдает Аегис, окей, пока что размен... пользу команды Yellow Submarine. Бурда тут бежит за Инчой, бежит он, извините, слишком далеко слетает от него. Primal Roar первый. Есть у него и Pulse Promise, неплохой корабль вместе с Торрентом. Тракса вместе с Бесмастером моментально лопаются. Тракса прожимает моментально байбек. Волоша начинает его фокусить. Волоша очень больно под БКБ. Ликан за ним бежит. У Ликана сейчас кончится форма. У Ликана форма еще все никак не заканчивается. В итоге догон от Пака. В итоге Ланай делает трипл килл. Вылетает из него все-таки гем. Но Усу отбивают на своем хайграунде ценой одного байбека Draw Ranger, но отбиваются. И Yellow Submarine теряют своего мидера вместе с оффлейнером. Это не круто. Самое главное то, что вышка тут по-прежнему стоит фуловая, вышку абсолютно никто не бил, Ликан решил побегать за вражескими героями, и вроде как даже нормально побегал, вроде даже кого-то наубивал, но опять-таки на это все дело пофиг, в миде же у команды Yellow Submarine уже тир 4 вышка практически упала, у одной вышки осталось 5 хп, у другой вышки половина, и рано или поздно эти самые вышки упадут. Если Yellow Submarine будут также продолжать играть, потому что они тупо сейчас не могут отпушивать две линии. Ну и на топе Тракса продолжает фармить, имеется у Питона 2500 голды на руках, не знаю, что он все дальше будет приобретать, скорее всего, опять-таки, будет это либо Monkey King Bar, либо Black King Bar, потому что и тот другой артефакт ему нужен, МКБ против Бруды, чтобы ее нормально пробивать, и, в принципе, количество дэмэджа, чтобы повысить ДПС, действительно, у Тракса уже не такой сумасшедший, может быть, это Мейлшторм, чтобы молнии летали во все стороны. Ну, посмотрим, что Питон выберет, потому что, действительно, вот три артефакта, МКБ, Мейлшторм и БКБ, которые ему сейчас очень сильно нужны, и которые ему очень сильно сейчас помогут. Ну, наверное, даже МКБ ему не настолько нужно, как Мейлшторм, а вот БКБ и Мейлшторм, ну, примерно одинаковые артефакты. Мейлшторм, конечно, будет подешевле, тем более, что у Тракса 5 минут еще будет целых байбек в кулдауне, и можно действительно себе что-либо приобрести. Пак же на топе продолжает сплитпушить, у Пака есть вейл, есть у него пятый догон, тревела, блинкдаггер и плейтмейл, будет это Шива от КГВП Ланей, будет он именно таким магическим раскастером под вейл, собирает он все артефакты чисто на дэмэдж, абсолютно его не интересуют артефакты, чтобы сейвить себя как-то, не знаю, почему он себе Юл не купил, почему он себе не купил Гост, вот честно, не понимаю, но окей, решил он сыграть так, возможно, правильное решение, возможно, нет, не знаю. Но Пака, как мы видим, в принципе, у него получается убивать вражеских героев, убивает он Shadow Demon, тут абсолютно ничего не успевает сделать драки, ни Глиммер, ни Форсаф ему абсолютно никак не помогают, не может он уже своим дизрапшеном как-то сейвить Draw Ranger, и в принципе это работает, но опять-таки такая проблема, то что Пак прыгает сейчас в Shadow Demon и тут умирает за это. Ну и Усу продолжают осаду вражеской базы, по-прежнему Yellow Submarine, напомню, стоит только лишь одна сторона, но эта сторона уже стоит 20 минут, и 20 минут Усу на нее не посягались, и Траксы стоят, наваливают, уже половина тир 3 вышки упала тут, Пак же все это время стоит, фармит на топе, хочет очень сильно нафармить себе на байбек, но нужно ему еще достаточно много денег, потому что практически все... золото, которое у него есть, оно ненадежное, и, естественно, оно снимается за смерть, и много еще нужно ему фармить. Вот так сейчас вот начинает уменьшать стоимость его байбека, нужно еще 200 голды, и он обязательно, я думаю, нафармит вот сейчас вот. Так, тележечка, уже 76 голды, хорошо, у КГВП будет байбек, у Ликана байбек также будет, у Бруды байбека не будет, Бруде нужно слишком много еще. Ну и Усу абсолютно спокойно, никуда не торопясь, показывает идеальный сплит-пуш, просто, точнее даже не сплит-пуш, а именно пуш, просто иллюзии из Disruption от Траксы, которые идут и настреливают по тир-3 вышке. И тир-3 вышка действительно от этого падает, и падает довольно-таки
быстро. Кунка, конечно, вышку затянул. Так, Пак прыгает, есть хитрый койл по Абисмастеру, взлетает в Веланаю Праймал Рор, Веланаю ловит также Саленс, по-прежнему живой, но ману у него абсолютно не остается, выходит в Шифт, много на него было сейчас потрачено. Кунка тут еле живой, но он уходит с Фортнсенда. Так, Оракл ловит три удара от... Ланай, Ликан, очень сильно начинает Ликан пробивать, Ликан, да ладно, неужели Ликан отправляется в таверну, у него есть байбек, Ланай идет дальше, начинает наваливать по Кунке, у Кунки байбек также будет, если что, Кунка вроде бы живой, и эти бараки-то по-прежнему стоят у команды Yellow Submarine, Фредди тут очень сильно битый, и Фредди умирает, забирает из него фраг Пак, так, Ланая очень сильно неприятно, у Ланая осталось всего лишь 200 здоровья, будет у него рефракшн через секунду, но все это время Трактат тупо стоит и настреливает по хайграунду, и барак в миде, на боте уже, извиняюсь, практически упал, остается у барака всего лишь 25 хп, барак тут падает, Пак идет дальше за Траксой, но Трактат тут слишком... Нет, не идет он даже за Траксой. Ланай просто развел на Сайленс. Но в итоге у команды Yellow Submarine остается только лишь один рейнджовый барак на боте. И он рано или поздно упадет. Так, Оракл отсюда... Нет, не Оракл, Бисмайстер отсюда делает тупаут. Нечем его было тупо сбить. Ну, честно, Yellow Submarine походу проиграет вторую карту. И будет у нас все-таки третья карта этого противостояния. Ликан, приобретай себе Джавелин. Вот, забыл я про такой замечательный артефакт, как Башер, и играет его в Abyssal Blade. Действительно, у Ликана уже имеется Вангвард, имеется у него Джавелин, и до Abyssal Blade остается совсем чуть-чуть голды. Фармить сейчас Артас как только может, но опять-таки большая проблема, то что Ликан это далеко не самый жесткий кэрри в лейте, и его тупо Траксас, Энчантрах и Ланей расстреляют с рейнджи. У Волоши уже появилась его бабочка, количество урона у него сейчас просто зашкаливает, там 450 единиц, если у него появится какой-то Дейдалус, то он действительно будет критовать 1000 по 1500, при этом это еще минус армор с изолятора, это минус армор с молда, это очень много минус армора, и это действительно очень-очень больно. А Yellow Submarine заходит на четвертого Рошана в этой игре, Бруда начинает в него вгрызаться вместе с Ликаном и Паком, и не будут это дефать, тупо не будут это дефать сейчас ребята из команды USU, говорят, вы хотите Рошана, окей, забирайте, или иду. Или идут, Бисмастер, видите, сейчас все это дело прекрасно поучато, но... Честно говоря, на них пофиг, так положено, там развернулся, решил их убить. Аегис достается Паку, сыр по-прежнему на полу валяется, Бисмастера это его не интересует. Корабль откуда попадает, в принципе, неплохой под двоим. Дримскойл также стоит под двоим. Инчундру нужно забрать, хотя бы Инчу нужно забрать. Ликан что-то тупо убегает. Моментальный минус 2. Бисмастер абсолютно ничего сделать сейчас в драке не успел. Кунка тут просто бегает, Кунка ничего не сделает. В итоге Волоши его вместе с Инчой забирают. Ланай, как же быстро она сейчас навалит по Бруде. Бруда моментально просто склеивалась. Инча начинает наваливать по Паку. Инчи тупо закончилась ману. Инча из ручки просто так бьет неплохо. Пак уходит в Шифт, тут же Оракл пытается что-либо предъявить Траксену, Траксена тут по-прежнему живая, а вот у Оракла тут будут определенные проблемы, Оракл забирает Флор Ассасин и... Ланай, кстати говоря, умерла. Догончик вместе с плевком от Бруды все-таки свое дело грязное сделали. И Инча тут абсолютно ничего больше сделать не смогла. Но в итоге драка 3 в 3. Сейчас... Так, Бруда сделала байбек. Лол, Бруда сделала байбек. Она успела вернуться в драку с Тревелов. Пак также умер. Но у Пака, судя по всему, был Аегис. Сыр был прохьюзан у Ликана. То есть Yellow Submarine сейчас забрали Рошана. Окей, но они абсолютно ничего за это не получили. У них падает трон, у них падают бараки. И если Тракса сейчас купит себе какие-то Тревела и сделает телепорт к ним на базу, то тупо она могла бы спушить сейчас трон, но Тракса слишком далеко от фонтана, поэтому так сделать она не может. В итоге Yellow Submarine вроде бы отбиваются от крипов, окей, но барак у них последний на боте сейчас упадет, там тележка настреливает, тележка еще один удар, и 14 хп у барака, еще один удар, и это... Она промазала, что? Стоп, типа там Бурда успела... Ага, окей, просто Бурда успел ударить по тележке, в итоге тележка промазала, последний удар от нее не залетел по бараку, окей, ну, бывает, хорошо. У барака осталось 14 хп, просто любой герой, любой крип, я не знаю, там, Некрономикон, неважно, кабанчик, Бисмастера придет, сделать один удар в барак, барак упадет. То есть у команды Yellow Submarine уже сейчас практически мега-крипы, и им тупо сейчас нечем абсолютно отбиваться от этих мега-крипов, то есть у Ликана нет никакого Battlefury, нет у него Мьёльнира, вообще никакого нету АОЕ дэмэджа толком, у команды Yellow Submarine не считает Айтбрингера Кунки, но Кунка-то саппорт, у Кунки нету тупо столько дэмэджа с руки, то есть у него армалет, хорошо, фейзы, там тычка с руки, может быть 200 залетится в этот Айтбрингера, но мега-крипам на это пофиг, у них полторы тысячи хп. И действительно проблемы сейчас, огромнейшие проблемы у команды Yellow Submarine. Shadow Demon находит тут, находит он Лика, Кунку. Так, Shadow Demon, вгрызается у него Бруда, и Dreamscroll от Пака ставится по
Инчантовский Инчар его рвет, Инчан начинает проседать, едет на Немарка, Инча отсюда, естественно, никуда не уходит, Торрент и Оракл забирает за нее, Мегакиллс Рик забирает он за нее 740 голды. Ну и пока что команда Yellow Submarine вроде бы даже продолжает играть в эту игру, но, честно говоря, играют они так себе, по крайней мере, на этой карте, потому что, ну, с мега-крипами выиграть, по-моему, это нереально. Есть прайм-рор по Паку, Пак моментально пролез в таверну, Пак не будет еще 120 секунд, у Пака нет байбека, есть еще один прайм-рор по Бруде, и пишет у нас просто-напросто Artist Good Gamble Blade. Действительно, Yellow Submarine проигрывают вторую карту, и... будет ждать нас третья карта этого замечательного противостояния. Действительно, команды более чем равные, и Умри с улыбкой показали нам то, что вот несмотря на действительно провальное начало, готовы они продолжать играть, готовы они продолжать драться, и вот это действительно был очень даже неплохой камбэк. То есть практически с 10 тысяч по нетворсу и с 10 тысяч по экспириенсу перевернули они и доказали то, что они в принципе готовы побеждать. Ну что ж, ребят, такая небольшая сейчас рекламная музыкальная пауза будет, и мы вернемся с третьей карты представления команды «Умри с улыбкой» против Yellow Submarine буквально минут через 5-10, так что далеко не разбегайтесь.